Всем привет! Всех с наступившим Новым годом! Я надеюсь, что все хорошо вы его отметили, что все прошло круто, здорово, все, праздники, отдыхаем, наконец-то. А теперь предлагаю, собственно, да, начать с такого, с видео максимально лайтовенького, да, без горы пустых банок, все, да, их уже обсудили, показали, все, хватит. А давайте, соответственно, по лайту, да, дело к Рождеству, соответственно, решила я вам показать сейчас свою посылочку. Это Beauty Box от Марка Кауфмана. То есть, ну, я, соответственно, еще в декабре заказала. Единственное, что я не очень поняла, я думала, что будет оно отдельной коробкой, да, то есть я почтовую вот эту простую, как бы я ее открыла, а здесь оно лежит все вот, ну, именно в таком виде, да, то есть без какой-то другой коробки, да, то что обычно у них типа... как они это, ведра, да, вот эта вот серия «Я люблю себя до слез», а здесь получается у нас то, что нету, да, то есть все вот упаковано вот так. Но давайте все равно посмотрим, как бы, да, это у нас бокс, который был приурочен, соответственно, к Рождеству, к Новому году, назывался он «Абсолют Глэм». В том году у нас, получается, он сделал, по-моему, «Абсолют», ну, типа, уход и декор, да, то есть две коробки было, и вот это он сделал, типа, как подарок, типа, значит, к Новому году. Бокс стоил 4000, да. Давайте посмотрим, собственно, что здесь, да, и посчитаем, насколько выгодно получилось. Так, первое, что я здесь вижу, от Zeytoun, соль для ванны релаксирующая, с лавандой, эвкалиптом и еще чем-то. А, можжевельник, пардон. Давайте понюхаем сразу. А оно запечатанное, не сильно пахнет. Так. Вот так это выглядит, вот такая соль. Ну, Zeytoun, кстати, бренд неплохой вполне, как бы, да, почему нет? Так, здесь немножко коробка помялась, маска для лица, интенсивное увлажнение, ледяной огурец. А, здесь 8 сашеток, я так понимаю, да, 8 по 6 миллилитров, да. Значит, здесь вот такие вот штучки. И вот так вот это выглядит. Так, бренд Glow, наверное, да, называется. Вот так написано, здесь сделано, давайте посмотрим. Так. А, это, кстати, наш какой-то бренд, в Московской области сделанный. Дальше. Sensation Cosmetics Gold Cream для всех типов кожи. Вот такой кремушек, 30 мл. Я, правда, не знаю, насколько... Ну, хотя 30 мл, в принципе, да, это, наверное, может быть полноразмером. Господи, что-то не открывается. Так, ой, ну, выглядит прям круто. Прям вот так вот. Я, кстати, от Sensation не пробовала ничего, как-то не сложились отношения, вот, но вот будет вариант попробовать. Так, дальше. Это бренд Ayumi. Увлажнение, увлажняющее масло для лица с оливой. Так, масло семян экстракт масла подсолнуха, семян жожоба, масло оливы, восстанавливает pH баланс, сделано в Корее. Вот такая корейская штучка. Так, давайте посмотрим. А, ну прям тут, кстати, такой пузырек масла прям здоровый. Здесь сколько для всех типов кожи. С какой здесь объем? Не вижу. А, 30 миллилитров. Но, кстати, тоже сделано так прям дорого-богато. То есть стекло прям... Упаковка хорошая. Посмотрим, что по качеству будет. Дальше вижу зубную пасту. Какая-то японская, наверное, зубная паста с розовой гималайской солью. Вот такая. Так. А, это бренд Perio. Все, точно, я же смотрю, что-то знакомое. Так, 100 грамм. Ну, то есть, стандартная большая паста такая. Так, дальше посмотрим. Окей, пусть будет. Так, Urban Drops, Anti-Pollution, Booster Serum, Beauty Fig. Наш этот... инста-бренд, да, как его называют, очередной. Но он, кстати, конкретно вот эту сыворотку буквально в одном из последних видео из каких-то, по-моему, аналоги Инстаграма. Сейчас я скину ссылочку внизу, можете посмотреть. Он там показывал про вот эту вот сыворотку, рассказывал, то, что она ему нравится, потому что именно, ну, то есть у кого там поры сбиваются, да, то есть антиполюшн, типа, ну, антизагрязнение условно. Поэтому интересно попробовать, то, что это как, ну, его фаворит условно, да, интересно. Так, и здесь, собственно, то есть крупные продукты вот мы посмотрели. И здесь еще есть мешочек. Вот так это выглядит. Давайте посмотрим, что в мешке.
Я думаю, эта тема, видимо, ну, к Новому году. Так, я люблю себя до слез. А, этот Эволют, антибактериальный гель, вот эти вот, которые, да, такие плоские, то, что с собой, да, удобно носить, сделали ему, собственно, как раз, да, by Mark Kaufman и Эволют. Вот такую свою, ну, как, кстати, это очень удобно, то есть она размером там чуть, ну, как бы, да, вот, тоненькая, да, как несколько карточек. Прикольно. Так, тушь Кабаре Премьер, ну, конечно, что он еще мог положить из туши, да, потому что, ну, тушь, как бы, она хорошая уже, мне кажется, у всех она 100-500 раз была, ну, то есть тушь лишним не бывает. Так, Элиан, жидкие румяна, да. Интересно. Оттенок 02, шай. Вот такие. Давайте посмотрим, как это вообще выглядит. Я как-то пока не очень представляю себе жидкие румяна, но это, наверное, кстати, никто не отменяет и на губы. Кстати, цвет очень носибельный, причем, мне кажется, хоть на щеки, хоть на губы, не знаю, как это будет с точки зрения носиться там, да, на губах, но это выглядит реально вот, да, прям как с лапкой блеска. Да, цвет очень красивый, прям вот он нейтральный, то есть, но подобран именно набор цветовой вот хорошо, ну, то есть, вот если, да, по этому продукту судить, то есть, ну, на любой тип кожи, то есть, ну, я не знаю, может быть, на совсем смугленьких девочек, да, это, наверное, будет не очень, а так это максимально носибельный цвет, который подойдет, ну, как бы, большинству. Дальше. О, Романова, мейкап. Секси липстик. Pen. Давайте посмотрим, какой оттенок. Красный. У меня два карандаша есть для губ именно от Романовой. Такой прям теплый, такой рыженький. И этот, господи, розовый такой. И их, кстати, круто смешивать. Они хорошо между собой соединяются. А здесь у нас оттенок My Perfect Red. Ну, конечно, Рождество красное. Холодный красный. Класс. С синим подтоном. Это прям крутяк. Но, кстати, я думаю, что, наверное, за счет вот декоративки, мы сейчас точно отобьем стоимость. Прям интересно. Так, а, кстати, еще от Элиан. Пигмент в оттенке 30, инсомния. Так, давайте смотреть, глядеть. Очень интересно, что тут. Тоже красный. Ну, то есть, все в тему Рождества. Очень круто. Так. Давайте прям попробуем, потому что прям, ну, понятно, что это надо на подложке, но, ну, да, это надо все-таки наклей для глиттера наносить. Это не носится так, как я это намазала, объективно. Так. Но, кстати, на самом деле цвет вот именно, да, вот такой, как вот он есть в баночке, то есть он очень красивый, красный, то есть это прям реально праздник, то есть вот... Кто любит пигменты, да, кто любит с ними работать, мне иногда пробивает, да, что-нибудь это наваять. Прикольно. Посмотрим, у меня есть этот, о, господи, для глиттеров от NYX. Посмотрим, как это все будет работать. Дальше. Еще Романова. Это у нас уже, а, контур Lip Liner. Но это уже, кстати, не этот. То есть они по размеру немножко отличаются, да. То есть здесь прям полноразмерная помадка, а здесь... карандашик. Кстати, вот это мне напоминает из ее, ну, типа адвента, по-моему, там было то же самое. То есть у нее бокс был, Ольга Редотом делала обзор на него, и там, по-моему, как раз было, что был вот для контура, да, и вот этот My Perfect Red, да, а это Ready to Red карандаш. То есть, ну, я так предполагаю, да, что, наверное, их как бы, ну, можно, наверное, и вместе, да, можно по отдельности. То есть, в принципе, да, то есть как контурный вообще огонь, класс. То есть вот, да, два продукта от Романовой, это здорово. Так, Bronx Colors, гель-айлайнер, ну, просто черная гелевая подводка. Вот такая, тоже, соответственно, это полный размерчик. Так, Vivien Saboy Lip Mask. Я, кстати, на нее что-то все ходила, глазела, да, хотела попробовать, и так что-то руки не дошли купить. Потому что про скраб вот из этой серии как-то, ну, отзывы... Так, 50-50, вот, а, соответственно, на бальзам очень хороший. Поэтому вот посмотрим вот эту масочку для губ, должно быть интересно. Так, и последнее, что мы здесь нашли. Так, гидрогель Centella Boost Mask. А, маска Boost для умывания серии Centella. Ничего себе.
Котский каштан, центелла азиатская, коллоидное серебро, женьшень. Так, легкими массажными движениями нанесите бус на влажное лицо, оставьте на 5-10 минут для усиления эффекта, затем смойте теплой водой, промокните салфеткой. Может ощущаться легкое покалывание. Такая реакция обусловлена качественной работой экстрактов на серебре в глубоких слоях кожи. Через 3-5 применений кожа полностью привыкнет. А, это, кстати, тоже от бренда Evolut, вот, да, то, что антисептики они делают, это тоже бренд. Прикольно. Но, кстати, интересный продукт, на самом деле. Я даже не пробовала такого ни разу никогда. В принципе, с брендом Evolut как-то... Ну, то есть я видела, да, что-то есть антисептики есть, да, но это все. Вот. Все, коробка пустая. Так, давайте теперь посчитаем, что у нас получилось, собственно, да, по деньгам. Напоминаю, бокс стоил 4000. Давайте считать, что получилось по выгоде. Так, ну что, девчонки, это... Блин, шок, потому что у нас получается, да, за коробку я заплатила 4000 рублей, плюс, по-моему, там что-то около 400 рублей за доставку по Москве, а содержимое у нас вышло на 11095 рублей. Сразу, да, скажу то, что цены меняются, новогодние праздники, да, Новый год, Рождество, где-то скидки, где-то не скидки, да, то есть цены будут вот так вот скакать туда-сюда, то есть вот то, что я нашла, да, я посчитала, соответственно, да, вот что у меня получилось. А, собственно, у нас почти всю коробку окупил только вот этот крем от Sensation. То есть он один стоит $49. То есть это больше 3500 рублей, а коробка стоила 4, да? Ну, то есть как бы вот один крем, как бы, да, у нас уже все, вот. А так, то есть, получается, плюс у нас здесь ни одного пробника, ни одной сашетки. То есть мы все можем посчитать, мы все можем купить. То есть даже вот, например, да, вот от Романовой, да, который мини-карандаш, но он у нее есть на сайте в таком формате, прям так и называется, мини. То есть и эта версия, она просто стоит чуть дешевле, да, чем там полноразмерная, например, помадка. Там, это там 1500, это чуть меньше 1000. То есть вот опять же, да, то есть у нас тут, да, по сути, больше 2500 практически, да, два продукта только от Романовой. То есть в этом, да, собственно, и Кауфман тоже говорил про свои вот эти коробки, да, то, что он не хочет класть сюда пробники, да, потому что, ну, то есть, ну, ему это не нравится тоже, да, и он, собственно, кладет по максимуму какие-то свои фавориты какие-то, да, что-то из подороже, что-то из побюджетнее, вот, то есть, ну, там та же тушь, да, Кабаре Премьера, она очень у многих фаворит, поэтому почему нет? Вот, то есть состав отличный, то есть много чего, как бы я хотела этого попробовать, ну, Романова, конечно же, да, то есть крем от Sensation, вообще от Sensation ничего не пробовала, очень круто, я прям мега довольна, то есть я впервые, собственно, смогла урвать коробку от Кауфмана, то есть что-то у меня как-то ничего не получалось, я не успевала, да, то есть потому что тираж распродается просто моментально. И тут я прям вот мониторила, я только зашла в Инстаграм, а там он 3 минуты назад сделал анонс. И я сразу свайп, WhatsApp, все и заказала, то есть успела. Вот. Я думаю, что теперь от него я буду стараться ловить боксы почаще, потому что, ну, то есть как вот он будет их делать, да, я буду стараться ловить, потому что наполнение классное, то есть всё, мне понравилось. Я слышала мнение, что как-то не всем, ну, предыдущие, да, выпуски, далеко как-то не всем нравились, да, ну, понятно, что там тоже на вкус и цвет, да, то есть, но я считаю, что наполнение максимально подходящее большинству, да, то есть, ну, то есть, тушь, да, как бы крем для всех типов кожи, да, ну, соль для ванны, там, в принципе, да, ничего такого, этот, румяна, да, максимально носибельный оттенок, пигменты просто праздничные тоже, опять же, да, то есть, ну, зубная паста все пользуются, соответственно, максимально подобрано прям вот круто. Поэтому я очень довольна, да, то есть косметики на 11 тысяч, да, у нас грубо получилось, то есть это при том, что очень много средств было по скидкам, то есть я представляю, какой сейчас бы у нас был ценник, да, если бы были какие-то продукты по полной цене. Вот, все, на эмоциях вам все рассказала. Еще раз поздравляю вас с наступившим Новым годом. Вот такое у нас позитивное начало получилось, да, вот рождественский мешок практически, да, с подарками у нас был от Кауфмана, то есть... Очень круто, вот, желаю вам хорошего настроения, да, на эти праздники новогодние, отмечайте, отдыхайте, поэтому все, заканчиваю болтать, надеюсь, было интересно и полезно, увидимся в следующих видео, пока-пока!